Настенька тоже поможет моему гору. Как это кто? Как это кто? Даже странно это от вас слышать, отец. Прошу. Уважаемые сказочные зрители, если вы заболели, не занимайтесь самолечением, занимайтесь телелечением. Телечем? У нас и телевизора-то нет. Запомните, друзья, если у вас нет телевизора, срочно бегите к врачу, потому что у врача телевизор точно есть. Итак, мы начинаем разговор о самом главном. Ух ты! О царе-батюшке! Еще главней! Сегодня мы поговорим об... Секунду. Сегодня мы поговорим об... Секунду. Сегодня мы поговорим об... Об обморожениях! Помните, друзья, самое главное – не отморозить себе самое главное. Давно я понял, я же профессор, ведь чтоб сохранить здоровье, нужно его иметь. В общем, как говорится, чаша вам да змея. Любит народ лечиться, кто же ему доктор? Йо! Что же начнем лечиться? Слушаю вас, друзья. Дочка замерзла, доктор. Так, где она? Да вот стоит. Жалуется на что-то. В общем-то нет, молчит. Ну, если жалоб нету, значит, все хорошо. Много других болезней ждет нас, друзья, еще. Что у нас нынче модно? Скажем, депрессия. С нею бороться можно. Вот вам рецепт, друзья. Вкалывать, но не в мышцу, не внутривенно, вот. Просто работать, в смысле вкалывать круглый год. И, кстати, в этом смысле лучше всего завод. Всех нас волнуют шлаки, да, как, мол, их выводить. Нужно всем кушать злаки, а их отвары пить. Выйдут все ваши шлаки злаками заменять. А как выводят злаки? Это уж не у нас. А как выводят злаки, это вам в сельский час. Чтобы не простужаться, средством делюсь простым. Нужно не приближаться к тем, кто уже простыл. Если вдруг ломит спину, ой, теплый песок в носок. Ну, а мужскую силу лечит хреновый сок. Надежда, медицина нынче умеет все. Скажем, омоложение или размер груди. Как же с обморожением? Что? Ну, тихо ты, погоди. Ну так о чем я, кстати? Грудь как омолодить? Сколько ей? Ну, 18. О, можно и так носить. Носите грудь, деточка. Много болезней все же, но не сдавайтесь им. Нас ведь врачей побольше,
значит, мы победим. В общем, о самом главном поговорили мы. Ну а вот с дочкой как нам? Ждите конца зимы. Все! Как вы видите, неизлечимо только здоровье. Его не купишь. Хотя лекарства при этом продаются отлично. Да, но как же все-таки Настенька? Вы что? Вы что, хотите включить режим разморозка? Да! А я говорю нет! А может это ей, может ей укол какой сделать? О, инъекции при обморожении пробовали, ничего не дает. Шприцы, отец, гнутся. А может ей это через костер прыгнуть? Не-не-не, многие не допрыгнули. А может это по старинке, посадим ее на лопату и в печь? Ну вот еще, а потом? Ну, а потом уже будем лечить от ожогов. Нет, ни за что. Видите, отец, видите, если медицина бессильна, то и дедовские народные способы тем более. И потом, разве тут кто-нибудь есть из народа? Из народа? Я из народа. А вы, простите, кто? Хм, ты что, супостат, не узнаешь, что ли? Я Иван Царевич. А, ну тогда, конечно, из народа, да.